Всем привет! Получила я вот такую коробочку. Первый раз беру этого продавца. Здесь котлеты. И, насколько я помню, в кокосе. Я тут чуть до начала видео понадрезала, пытаясь понять, как сие чудо разобрать. Но вот, оказывается, как. Вот. Ну что, посмотрим, что приехало. Так, я купила себе 3 гибридные котлетки. Уж сильно мне захотелось, а то мои гриды поредели. Я решила немножко восполнить. Так, смотрим. Ох, какая прелесть. Вот такое чудо в кокосе. Замечательное. Называется вот так вот. Фотографии, как и обещала, буду вставлять. Вот у нас шикарный новый рост. И вон пошли уже молодые корни. Как раз сажать. Есть у меня опыт посадки с кокосом неудачный. Буду пробовать еще. Такая прелесть. Так, едем дальше. Так, и тут 2. Вот такое чудо. Тоже вот это вот новое. Новый рост. Бульба там уже начала формироваться, но корни еще молодые, не идут. Тоже в кокосе. Тоже буду сажать. И называется вот так вот. Фото цветения тоже прикладываю. И вот такое чудо с вот таким названием. Цветы тоже интересные. Я в этот раз себе разных набрала. И вот тут 2 молодых роста. Вот здесь бульбочка уже хорошо формируется. Вот тут, по-моему, только начала. И уже пошли корешки. Тоже буду сажать. И тоже в кокосе. Вот такая прелесть. Мне заказ понравился. Понравились растения. Понравилась упаковка. Все good. Девчонки сработали хорошо, быстро. Ссылки, как всегда, будут в описании. Как тебе растения? Очень. Очень. Будем вместе сажать? Да. Ставишь лайк? Вот такое мнение нашего юного ботаника, который во всем помогает. Я не ботаника, я бублика. Бублика-ботаника. Видео распаковки получилось очень коротенькое, поэтому такие кадры после титров. Покажу, как посадила. Думала, долго думала, с горшками выбирала, с субстратом. Они же все в кокосе. Кокос очень набирает воду, прям его выжимать можно. И мне надо было что-то добавить, чтобы я не переувлажняла, не переживала об этом. И я посадила, положила больше, чем обычно, лавы и камушков. И кора. Просто это все вокруг обсыпала. Хорошенько. Я, конечно, постаралась, где можно, не травмируя корни, обобрать, собственно, этот кокос. Ну, вот такое у меня получилось. Так, чтобы свет и не свет, и не слепило. В общем, вот такая прелесть вышла. Вот они растут абсолютно все так. Тоже вот видно кокос прям к стенке. Вот видите, такие пустоты получились. Потом вот здесь вот много лавы проложено. И вот здесь уже лава с корой. Там, кстати, молодые корешки, беленькое видно, прорастает. Так, и вот точно так же посадила лава с корой. Все, теперь буду стараться наблюдать, приноравливаться, поливать так, чтобы
не залить этот кокос внутри. Думаю, что у меня все получится. Вот такая прелесть. И, конечно же, я учла все свои минусы, которые допустила, все свои ошибки. Первый раз, когда сажала котлею в кокосе, не ожидала я такой сильной влагоемкости, скажем так. Вот тут уже с учетом. Вот так вот. Ну, конечно, красота. Все почистила, порассматривала. Тут почечки. Вот там вот почечка. Так что я надеюсь на еще одно направление роста. И вот здесь вот почечки. Посмотрим, кто куда пойдет. Так, заглянем. Там чехол есть. Ну, посмотрим, процветет тут чехол или не процветет. Вот он. Так, я вам покажу его. Да, тут вот такой растущий. Тоже посмотрим, что там будет. Но тут вот есть зеленый чехольчик. Я не думаю, что он процветет. И вообще, вы знаете, я не очень люблю, когда мой свежий импорт цветет, потому что мне это сильно много стресса, потому что я считаю, что им это много стресса. В общем, свои такие личные тараканы по этому поводу. Ну, такое. Кстати, вот здесь вот такое, как два растения в горшке, потому что когда я разделяла кокос, растение так с удовольствием начало на две половинки делиться само. Ну, посмотрим. Посмотрим, что да как. Вот такие красавцы. И вот на этом уже точно все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!